Всем доброго дня. Ну что, в продолжение разговора о наших переговорных системах Cardo, то, что эта штука уникальна, я вообще не перестаю удивляться этим возможностям. Я хоть и не так давно в дорожном мире, не так давно им пользуюсь, всего, наверное, 2 или 3 года, но, скажем так, сейчас уже это просто незаменимый друг и помощник везде и всюду. Но это не все. Также как бы вот такая вот штуковина. Мы используем наушники Cardo прошлого образца, которые вот такие вот огромные, большие. Они тоже как бы рабочие, все нормально, мы ими пользуемся. Пользуемся во время тренировочного процесса, пользуемся во время проведения лагерей, тогда, когда райдер, например, ездит с наушниками внутри, как бы, да, и тренер, допустим, или инструктор стоит, ему дистанционно подсказывает, где как остановиться, где как встать, где как сидеть и так далее. Вот, очень удобная вещь. Эта модель, она немножко миниатюрней, легче. Качество звука я не знаю еще, не пробовал, не подключал, потому что тут все разряжено. Вот, но выглядит прям супер вообще компактно, стильно, просто, легко. То есть, в прошлом они такие громоздкие. Вот, но тоже вполне, мы ими пользуемся до сих пор. У меня ребята ими пользуются, когда монтируют площадки, ставят рампы приземления, ты находишься в 50 метрах друг от друга, образно говоря, и там смотришь соусос, там направление трамплина, не нужно шуметь, кричать, надрывать, срывать связки, вот как у меня все время сорвано, да? Как бы очень удобная вещь. Ты встал, спокойно поговорил, отрегулировал, у тебя здесь висит переговорочка, вот, эта шайба меняется, то есть ставится маленький, вот где они есть, вот такого плана, вот именно под эту обойму, вот, либо меняется в комплекте, меняется вся вот эта клипса полностью и ставится уже полноценная та, с которой мы, в принципе, и ездим. Удобная вещь для тренировочного процесса, для рабочих процессов, да и вообще в целом. Вот, также для родительского надзора, если ребенок где-то ездит там на квадроцикле или на электробайке на каком-то, где-то недалеко там в радиусе действия там от дома, тоже как бы очень полезная штуковина. Вот, так что это тренерскому составу особенности имеет свойство быть.